Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть. Спасибо, что приняли наше приглашение и приехали в качестве почетного гостя на открытие таких интересных, надеюсь, и в будущем очень популярных соревнований, как «Игры будущего». Я, честно говоря, не очень чувствую, как это будет выглядеть, но то, что я видел, мне интересно. Молодые люди увлекаются этими видами спорта. И уже хорошо, что уже от компьютера молодые люди приходят к активным действиям на спортивных площадках. Все это вместе дает такой очень любопытный результат. Но в любом случае, это доброе, хорошее мероприятие, абсолютно гуманитарного характера, и мы очень рады видеть здесь наших друзей. Что касается наших двусторонних отношений, то они основаны на договоре нашем фундаментальном и развиваются успешно, причем по всем направлениям. Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров. 35% прямых инвестиций тоже из России в кыргызстанскую экономику пришли. Будем и дальше работать над этими вопросами. В гуманитарной сфере все развивается у нас поступательно. Мы благодарны вам за то внимание, которое вы уделяете развитию русского языка. Школы мы с вами открывали не так давно. Я хорошо помню визит в конце прошлого года, в октябре, по-моему, было, в вашу страну. Спасибо большое за гостеприимство. Мы рады вас приветствовать в России. Спасибо. Рад снова увидеться с вами, уважаемый Владимир Владимирович, и признателен за приглашение на церемонию открытия первого мультиспортивного турнира «Игры будущего». Добрый день, привет. Уважаемый Касымжанов Кемелевич, дорогие друзья, добрый день. Спасибо большое, что приехали к нам на это событие спортивное. Ну, носит чисто гуманитарный характер. Я много раз подчеркивал, еще раз хочу сказать, спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников из более чем 100 стран, 104 страны приехали, с разных континентов. Уважаемый Шавкат Мирамонович, спасибо большое, что приехали к нам на открытие этих мероприятий. Они большие получаются. Очень, да. Больше 100 стран. Да, 104 страны. Такое представительство большое очень. Но я знаю, что есть спортсмены и из Узбекистана, по-моему, по 5 дисциплинам. Да, это по 50. 19 человек первый раз. Да. Ну, это, на мой взгляд, действительно может быть весьма интересно для всех любителей вот этих необычных, прямо скажем, но перспективных очень направлений в спорте. Во всяком случае, во всем мире сейчас молодые люди все больше и больше увлекаются этим спортом. Киберспортом. Да, любопытно очень. Посмотрим с удовольствием. Вот это первое. Второе, совсем недавно по нашей с вами инициативе большая правительственная делегация России была в Узбекистане, в Ташкенте, встречалась с коллегами. Я знаю, что вы нашли время тоже принять некоторых из них, из нашей делегации. Мне кажется, вот надо вот об этом, может быть, и поговорить несколько слов, и тут бы хотелось услышать вашу оценку того, что происходит. У нас очень интенсивно развиваются экономические связи по основным направлениям, перспективы хорошие выстраиваются. Большое спасибо еще раз за приглашение. Желаю успеха. Спасибо. Успеха во всем. И прежде всего вам крепкого здоровья, стальные нервы. Спасибо. Все будет хорошо. Спасибо. Все будет хорошо.